У Остравці бойка под м'ясовим молодіжним центром скончилася гибелью 24-годового молодого человека. Конфликт поміж двома компаниями узник с причины помилково узятой куртки. Двое мужчин 24 и 29 годов нанесли удары по животе и твары третьему удельнику бойки, после чего той упал на приступки лестницы, об які стукнулся головой. От отриманных травм потерпелый помер. Особо удельника бойки установлены. Узбуджена криминальная справа по факте причинения смерти по неосторожности.